Всем здрасте, вы на канале Спортивный Дед. В связи с обстановкой в стране я решил делать своими руками. А что я буду делать сегодня своими руками? Это воздушный фильтр. Воздушный фильтр, вот такой вот, изогнутый, на Honda VTX 1300S. Так как, почему буду делать этот фильтр собственноручно? Потому что в одном известном магазине в Красноярске он стоит 4500, а если в Москве заказывают, то 3300. 3300 ценники, видели вообще? Поэтому будем делать собственно руками. Что нужно для этого? Фильтр. Другой с работы я фильтр утащил. С него будем брать бумагу. Клей эпоксидный я взял. Нож. Стамеска, это чтобы вычистить отсюда остатки фильтрующего элемента. И, ну, для начала что будем делать? Для начала будем разрезать вот этот фильтрующий элемент, удалять отсюда. Вот видите, он какой здесь получается фильтрующий элемент. Жесть. Здесь сетка железная. И получается еще, ну, типа как для основания еще тоже вот такие дырочки. Железная такая, типа как, не знаю, как назвать, короче, жесть. Короче, мы режем сейчас, в дальнейшем покажу. И будет проходить в несколько этапов, потому что сейчас у меня есть время, разрежу, почищу, а потом буду резать этот и клеить. Короче, погнали. Кто-то будет говорить, что я жлоб, почему ты не купишь. Если купил мотоцикл, то должен и уметь купить запчасти. Да, я не жлоб, но такие цены. Поэтому, короче, прорезал. Сейчас нам сейчас эта бумага не нужна. И, кстати, промывать, кто там моет бумажные фильтра, это, ну, дурдом. Вот мы сейчас, получается, прорезал я. Сейчас мы этот фильтрующий элемент убираем. Осталось, но вот смотрите, что здесь сеточка, и получается вот здесь, вот видите, этот фильтрующий элемент. Вот самое сейчас нудное будет вот это все место очистить. Самое главное вот это вот очистить. Для этого я взял стамеску и сейчас будем ковырять долго, нудно. Ну вот, ребят, самое муторное это было очистить вот эти места от фильтрующего элемента. У меня ушло где-то, наверное, час. Вот теперь вот в таком плане. Вот теперь мы делаем что? Мы вырезаем нужный нам размер под этот и будем клеить. Смотрите дальше.
Короче, ребят, вот эту отрезали мы фильтрующий элемент, половинку, заготовку. Эта половина осталась на потом. Оптимус по-любому попросит, скажет, мне тоже давай сделаем. Теперь берем наш сам фильтр и замеряем, ну, ширину. Ширина 5 сантиметров, 50. Вот 50 миллиметров, короче, 5 сантиметров. Мы берем, замеряем и будем резать вот 5 сантиметров. Можем, кстати, расширить. Скорее всего, да, мы сейчас расширим линейкой. Или так лучше делать. Так неудобно. Можно сразу на месте делать 5 сантиметров, но там неудобно резать, мало ли, в сторону куда-нибудь уйдет. Лучше здесь сейчас сделаем. А мы помаленьку возьмем, будем, наверное, нет, лучше мы будем вот так. Что это, криво? А, вот видите, здесь я криво порезал, значит, с какой стороны прямее, с той и будем отмечать. Хотя, наверное, лучше даже мы, наверное, с двух сторон сделаем. Ровненько, чтобы. Да. Короче, мы отмечаем 5 сантиметров здесь, здесь, ну, чтобы ровная полоска, и нарезаем. Все, короче, мы отмечаем сначала прямую полоску, вот здесь режем всю длину, потом 5 сантиметров и вторую полоску, чтобы она у нас ровненькая получилась. Ну вот и все, 5 сантиметров, причем вот ровненько ложится сюда, чуть-чуть даже впритык, 5 сантиметров. Единственное, ребята, я посмотрел, что здесь шаг у этого фильтрующего элемента у меня 22,5. А у оригинального, я вот масло убираю, чтобы, а у оригинального шаг у оригинального 12 миллиметров. Теперь мы будем самое муторное, это вот этот фильтрующий элемент, вот этот, будем гнуть вдвое, ну, грубо говоря. Опять расчистим здесь, чтобы было сухо, чтобы не было масла. Вот будем теперь делать в половину, половина гнуть, вот, ну, как есть половина, и вот мы будем его гнуть таким образом. Половинка, наверное, я даже не знаю, сейчас попробую, как это все будет. Надо первый сделать,
первый сделает половинку, и потом пойдет первый ровненько сделать. Так, ну вот первый вот так вот есть, и все, и вот так вот вручную. Так вот пополам, все долго, муторно, но будем гнуть, короче. Все. Теперь самое основное, нужно загнуть все это. Примеряем, просовываем фильтр, ну и типа пытаемся собрать предварительно. Продолжение видео, которое до этого я делал. Впрочем, клей эпоксидная смола не подходит, так как быстро застывает. Теперь мы что делаем? Как изначально мне говорили, нужно, получается, клей герметик, который автомобильные стекла клеят. Вот берем его и вот таким образом. Сейчас я у Оптимуса взял. Дал и начинаем, короче, проклеиваем здесь швы и бумагу высовываем. Делаю все первый раз, может что-то не получиться или как-то все медленно, поэтому одну сторону промазали и теперь другую. Так, короче, промазали, теперь будем бумагу сюда прессовывать. Я потом еще здесь по краешку проклею вот здесь вот еще герметиком. Вроде бы все. Сейчас немножко более-менее расправляем. Понятно, что у меня не получится, как на заводе. Но все же. Ну вот такого плана у меня получилось запрессовать. Понятно, что неровности. И сейчас я вот здесь вот по швам еще раз проклею. Так, плотно, плотно все стоит. Все, сейчас делаем дальше. Вот так, как бы, чтобы
туда больше попало, вот так вот. Ну, внутрь. А здесь потом с краю герметик уберем. Ничего страшного в этом не вижу. Ну вот, ребята, что у меня получилось. Видели сами. Сейчас высохнет. Остатки здесь я уберу. Что еще? Здесь губку приклею по краю. Ну и все. И фильтр готов. Если какие-то вопросы, пишите комментарии. Там, подписывайтесь на канал. Буду делать импортозамещение. Причем я вот на данный момент вот позвонил в красноярский известный магазин. Неделю назад он стоил фильтр 4,5, сейчас уже 5600. Так что делаем сами. Теперь я думаю, что будем его делать сами. Ну, заморочки есть. Все. Подписывайтесь на канал, комментарии пишите, лайки ставьте. Всем пока.